подружка дней моих прекрасных. Избушка старая моя. Вот, кажется, живешь на острове. Никакой ответственности, никаких обязанностей. Не поверите, остаются обязанности. Ну, не только поспать, поесть и порасслабляться, а иногда приходится еще ходить в прачечную, сдавать одежу. Сейчас мы пройдем. Я только приехал, еще не знаю, где что. Сейчас нужно будет найти эту тетеньку, которая сидит у сарайчика, взвешивает ваше белье. Ставим его на весы в прачечной. В моем случае вышло 2 килограмма. А 2 килограмма по 50 бат, это приблизительно 3 доллара. И вот наступила ночь. Ну что ж, 24 часа прошло. Постиранное белье уже, в принципе, должно быть готово. Но вчера вечером пошел дождь. И ночь тоже была довольно-таки влажная, утро было влажное. Влажность здесь вообще сумасшедшая. На этом острове влажность, ну, какая-то просто невменяемая. Могу себе представить, как эти ребята сидели все утро напротив этой белевой веревки и дули на мои вещи, чтобы они к сроку успели высохнуть. Оно все высохло! Какая прелесть! Мы победили!